Огромное спасибо всем участникам турнира. Турнир удался, турнир получился. Вообще последние мемориалы проходят в очень яркой борьбе, очень много интересных партий. И турнир по качеству оказался просто прекрасным. First of all, thank you for the tournament. The recent tournaments have been of a very high quality, and the quality of games played was very high, and it was really a brilliant competition. Я хочу поблагодарить спонсоров, которые на протяжении уже долгих лет поддерживают нас, поддерживают федерацию, поддерживают проведение этого замечательного турнира. I'd like to thank all the sponsors supporting the tournament for several years and supporting the Chess Federation. У нас Мемориал Таля — это такой островок стабильности, потому что в мире шахматном турниры приходят и уходят, а Мемориал Таля вот 8 лет уже как вкопанный, так сказать. Our Tal Memorial is a kind of an isle of stability and peace. Chess tournaments are organized from some time, and they disappear. However, the Tal Memorial itself remains for 8 years and without any end. Еще я хочу отдельно поблагодарить всех зрителей, которые на протяжении этих дней приходили сюда, которые, скажем так, ногами поддержали нашу идею. Не слишком революционную в шахматном мире, но для нас это революционная идея — отделить игроков от зрителей. I'd like to thank also the audience and all those who came here by foot and supported the idea of dividing the chess players and their playing hall and the commentators hall. Я надеюсь, что вам эта концепция понравилась. Я почти уверен, что в будущем году мы сделаем так же. Наверное, еще расширим программу для зрителей, чтобы тем, кто сюда приходит, было интересно не только смотреть за партиями, но и самим участвовать в каких-то шахматных мероприятиях. Next year, I hope we'll keep this tradition and perhaps broaden the program for the audience. They might take part in some activities, specially organized for them next year. Переходим к награждению победителя этого турнира. Третье место занял итальянский шахматист, который второй раз принимает участие в Мемориале Италии, Фабиано Каруана. So the third place for Fabiano Caruana from Italy, taking part in the tournament for the second time. Ради разнообразия Магнус Карлсон занял второе место. Just to do Magnus Carlsen and his second place. Знаете, вот для меня очень волнительно награждать Бориса Абрамовича Гельфанда прежде всего, потому что он мой друг. Мне однажды представилась такая возможность награждать друга, который выиграл крупный турнир. Это Петр Свидлер в 2011 году, который выиграл Кубок мира. I'm very nervous before giving an award to Boris Gelfand, who is my friend. I once awarded another friend of mine, Peter Swidler, who won the World Cup in 2011. Поэтому это глубоко заслуженная и блестящая победа. А Борис Гельфанд? It's a deep victory in Boris Gelfand. Еще раз я хочу поблагодарить всех участников за бескомпромиссную, яркую борьбу в этом турнире. Once again, I'd like to thank all the participants for the games they played and for the fighting they showed on the board. В этом году нас ждет еще много интересных мероприятий, в частности, суперфинал чемпионата России, который состоится осенью. This year we're expecting more tournaments to come, the superfinal of the Russian Chess Championship, which will take part in autumn. И два командных турнира, которые пройдут в ноябре-декабре, в
которых примет участие сборная России. And two team tournaments in November and December this year, which will be attended by the Russian national team. Еще забыл, хочу поблагодарить судей за прекрасную and работу. I also would like to thank the arbiters for a brilliant work. Ждем вас всех в следующем году. We are Спасибо. Expecting to see you all next year. Thank you, everyone.